Добрый день. Рад вас видеть. Война, 41 человек мы установили погибших. Рассказывали, как вы восстанавливали, выявляли. Добро пожаловать! Ну, молодцы! Выпуск ученики. Если кто-то здесь без стихов, я пару горячего хлеба, тепло сейчас. Символично? Да. Вы знаете, какое начало, значит, так и будет. Продолжение будет. Я надеюсь, что у нас все получится. Спасибо за теплый прием и успешно в работе сегодня. Подойдите, попробуйте армянский членам правительства ближе узнать Гагаузию и проникнуться настроениями,
проблемами, ожиданиями жителей нашего региона. Сегодняшнее мероприятие вызвало широкие дискуссии в Изуловском обществе. Не скроем, что есть мнение, что совместное заседание членов правительства и исполнительного комитета – это очередной пиар Кишинева, и никаким ощутимым результатом это не приведет. Встреча ради встречи неинтересна ни нам, и, уверена, неинтересна господину премьер-министру и моим коллегам в правительстве. И поэтому считаю нашей важной задачей опровергнуть все эти скептичные настроения и приступить к решению многочисленных социально-экономических проблем в нашем регионе. Здесь, в банкетном зале села Авдарма, проходит выездное заседание правительства Республики Молдова, на котором присутствуют все члены исполнительного комитета Гагаузии. В эти минуты Башкан Гагаузии представляет презентацию об экономических и социальных проблемах автономии. Ряд накопившихся проблем препятствует прогрессу в социальной сфере. Давно назрела необходимость внедрения государственной программы по изучению в Гагаузии государственного языка. Жители автономии, особенно молодое поколение, чувствуют себя ущемленными и не могут в полной мере раскрыть свой профессиональный потенциал в Молдове именно в силу языкового барьера. Следует расширить полномочия территориального отделения скорой медицинской помощи и улучшить ее материально-техническую базу. Полтора года назад было ликвидировано в Гагаузии представительство территориального агентства национальной медицинской страховой компании. Эта структура должна возобновить свою полноценную деятельность в регионе. В особом внимании нуждается хронический долгострой, новый хирургический корпус Камрадской районной больницы. Осталось найти относительно небольшие средства для завершения внутренних работ и закупки медицинского оборудования. Огромное значение для жителей региона имеет строительство дорог в асфальтовом покрытии между селами Трапонтьевка и Авдарма, а также между Кангазом и Волчи. В рамках презентации я обозначила лишь некоторые наиболее острые проблемы социально-экономического развития Гагаузии. Озвученные цифры и факты наглядно свидетельствуют о том, что в силу ряда причин автономии оказывалось недостаточное внимание со стороны центра при распределении публичных финансов и грантовых средств. Я думаю, что в следующий раз мне дорога в Авдарму понравится намного больше, и она будет соответствовать именно лицу этого села. Все заняты в этом доме творчества, именно этим направлением занимаются. Мы даже более того, мы у них приобретаем все наши символы, сувениры. И когда выезжаем куда-то за границу и хотим там представить регион, поздравить, мы обязательно берем то, что делают наши дети. Шоколадное. Спасибо. Вот здесь наш выставочный зал. Правда, его нам уже не хватает. Расширяться надо. Да. Вот в наших традициях здесь все вырезано. Все, вы должны сделать выставку с продажей. На высокий столб, смазанный, мужчина должен подняться и выбрать своей невестке самый дорогой подарок. Очень сложно подняться. Но задача в том, чтобы в начале конные скачки, и кто первый приходит, получает право поочередно подниматься. Потому что цель не только прийти первым, еще и получить право выбрать подарок. Ты еще должен сноровку показать. Наше заседание местного совета на 26 мест, это помещение. Нам, когда приезжают, мы здесь конференции тоже делаем. Можно отсюда, да? Можно. Основатели колонии Авдарма. По семьям 19 семей, 98 человек. И на флаге нашего села родник – это татарский данность. А 19 звездочек – это первые 19 семей, да, и голубой цвет – общий тюркский. А это у нас главное – метиш-челенгир и метиш-казмолы, это не православные. Да, по отцу, да. Вот здесь документы по репрессиям,
по конфискациям, оригиналы от голод, как раз сейчас 70-летие начинается, 46-47, от дистрофии. У нас 22 оригинала сохранились. У нас полностью сохранился церковный архив 1819 года. Первое собрание было 26 мая с просьбой, они обратились к императору, чтобы он разрешил им построить церковь.